Рио-Фуего. Среднеранняя, транспортабельная, очень красивая сливка среднего размера. Плоды созревают постепенно. Первые плоды начинают созреть с середины июля, но созревание не одновременное, не массовое. Плоды могут достигать в длину сантиметров 7, самые крупные, в среднем 5 сантиметров. Сорт засолочный, баночный, очень толстой шкуркой, но очень красивый. А высота куста сантиметров 60-70, если подвязать. И за сезон очень много кистей, и можно формировать несколько стволов.